Йоу, всем салют, ребят, вы находитесь на моем канале, меня зовут Артур, I'm First Feel, сегодня у меня в гостях Миша Савергон, приличный человек, всем мечтатель, привет. Космонавт, русский человек, и второй, но не по важности, Никита Мастеров. Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Н. Мастеров. Охуенный пацан. Как будто мы киндер еще открывали. Сотни тысяч людей в России и остальном мире прямо сейчас страдают от дефицита годного контента. Средний уровень удовольствия от просмотра ютубчика неумолимо падает, и эксперты не предполагают позитивные тенденции. Как же великолепно, что есть Patreon Фабума Гэнг, где каждый занесенный вами рубль послужит для роста качества контента. Больше хороших роликов, больше веселья для каждого зрителя. Фабума Гэнг. Топ-контент. И сегодня мы будем записывать песню. В каком стиле и на какую тему, мы узнаем чуть позже. Респект. Ну что, пацаны, сегодня мы будем делать, как всегда, типа, у меня в этой замечательной передаче. Четыре стиля, собственно, это old school, new school, hard bass и мумбатон. Old school, new school всегда в передаче остаются, а вот последние два постоянно коррелируются, не знаю, да, что это связано. Типа, это стиль. Hard bass не было до этого, я думаю, типа, было бы прикольно его сделать. А дальше по темам. Это первая, типа, тема из шести. Это трек про брата, которого убили в перестрелке. Только петь. Вторая тема — это трек про парк Горького. Мы его что, интернет только подключили у нас в Ващинске, типа, и мы увидели ролики Николая Соболева. Это заезжено уже. Давайте теперь тогда третий, более политизированный. Это трек про свой опасный блок, можно сказать, за трушность России, типа там. У тебя во дворе много, типа, драчунов? Не тех, которые я бьюсь один в ринге. Я драчу, наверное, что бьюсь один в ринге. Четвертая тема — это трек, который никто не поймет, но это была тема, также называлась раньше там «Сделай как Оксимирон». То есть нужно было просто нагуглить кучу словарных тем и зарифмовать. Пятая тема — трек про смешарики. Мы решили, что вам мало песен про мультики. Вот. А последний, типа, вариация тема — это как раз трек про школу. Нормально. Ты поймал меня на мысли. На смешариках или на школе? На что том, тебя там зацепило больше? Зацепило по жизни больше школы, но нравятся больше смешарики. Нужно покрутить это колесо. Я кто думаю, ты любишь? Голод хочешь? Может это голод сделать. Голод крутит вообще? Ну да. Блять. Считается? Нет. Ладно, хорошо. А давайте на хамоно. Давай. Су-е-фа. Ну, я... И мы, получается, да, и ты, где ты круче. Не, кто выиграет тут? Нет, давай. Су-е-фа, 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 су-е-фа. Что происходит? Нет, это первый батл, в котором я победил. Ты добился, можешь крутить, в принципе, я считаю. 18. Столько ей было. Тема, короче... Песня про школу, а стиль хардбас. Наконец мы три выпуска с трэпом было, и наконец хоть что-то кроме трэпа попалось, дамы, ну, да, господа. Да. Наконец-то хардбас. Русские славяне. Русские славяне? Русские славяне. Я не один африканец. Стефан Пай? Здравствуйте. Все, давайте делать. Короче, пацаны, нам выпал хардбас. Что вы думаете вообще в целом по этому поводу? Я не знаю, как бы, что мы будем делать, но я знаю первый звук, который мы будем использовать. Это самый русский народный бас. Ну, жесткий. Донг. 300 очков Гриффиндору, пожалуйста. Чувствуешь, хитом пахнет уже. Да, как будто Windows залагал, да. Это донг, и надо написать, короче, сюда какую-нибудь партию. Открывается уже, да, я понял, звуки добавляют. Нормально, да? А еще, короче, можно так сделать. Типа, понял? А, да, прочитал. Типа, да. Уип, 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 уип. Ну, понял. Здесь, типа, максимально, типа, реально простой кик может быть. Два. Нормально. Моцарт бы охуел. Я все. Реально прикольно, типа, то, что хардбас реально очень легко писать. Это вообще кайф. Знаешь, вот не существует ни одной одинаковой снежинки, у них у всех разнообразный узор. Мне кажется, с хардбасом... Это не работает. Мне кажется, хардбас — это не снежинки. А вот какой фишки можно добавить в хардбас, чтобы, ну да, вот типа такой? Отличить его.
А, по тем же матам, типа. Похоже на скутера. Майнкрафт 2. Как тебе вот эта фигня? Как будто понял, на балалайке да, какой-то да, братишка валит. Да, добавляется, уже хочется в пляс спускаться, как на свадьбе. Или по-моему. Типа я бы ее к домку подмешал. Еще достаточно круто для молодежи представить. А что, что в школе вообще интересного бывает, кстати? Масса жопа. Я не знаю, я на больничном 3 дня не был в школе. А я на Бали. Не, у меня в школе, типа, самое, наверное, угарное было из того, что мы делали. Мы в 4-м классе, короче, отравили аниматора, которого к нам привели. Ну, реально, я типа... Знаешь, не, его держите, я ж ты шприц сам ему шесть. Знаешь, типа, 4-й класс, это уже все, этап жизни пройден, да, типа. И нам родители замутили, типа, мини-тусовку в каком-то кафехе, типа, и позвали клоунов, типа, каких-то бедных студентов, знаешь, типа подрабатывают просто типа там клоунами на детский праздник. И мы, короче, нам пацаны типа по мелочи, когда рассказали про такую тему, как бодяга, это когда ты просто берешь сосуд и туда сливаешь вообще все что угодно, там хлеб, сыр, облеванную жвачку, там салфетки, там как всякую... на зоне делают алкоголь, что ли? Я не знаю, как на зоне делают алкоголь. Нет, не знаю. Мы просто намешали кучу всякого такого дерьма, я пошел, типа дал челик, он выпил и такой, а, и скорую вызвали. Звучит как история с зоны, на самом деле. К нам пришли просто развлекать, типа... Всякие лохи, бля. Я вам что, клоун, что вас развлекает, знаешь? У меня тоже есть одна классная история. Во 2-м или 3-м классе у нас клоуном был Юрий Музыченко. Ты же в тур здания ездил, реально, типа. У тебя реально был какой-нибудь такой жесткий угар? Потому что Стэн, например, рассказал, что во время автограф-сессии... Серафим истории из армии рассказывал, знаешь, типа как в них стреляли. Я позавчера понял, что посмотрел всех 2D-смешариков, которые есть уже. Могу вспомнить, что такого сказать. Мы в школе делали рэп тоже с пацанами, знаешь, типа, ну... А у тебя остались демки какие-то? Слушай, только мои совсем, знаешь, такие старые, хуево записанные, сведенные в Sony Vegas и отправленные на батл, на MyRapGame.ru. Я помню этот сайт. Да, такая очень странная хуйня, но прикольно. А ты не хотел на 17-й независимый залететь, кстати? Я вас обоих хочу. Я тоже. А жаль, феномен какой-то, типа, в плане вот какого хуя? У меня мысль была, но потом такой, нет. Я понял, что Илья Плавник всех победит, и как бы зачем? Я тоже не стал, да, у нас с ним, типа, потом... Не за какой головой идти. Не за какой. Как? Защитите нахуй. Правильно ли я понимаю? Егор Крид же говорил, он идет с головой Хайда, да? Да. Потому что на столе за 2 недели до этого его спрашивают, хочешь с Хайдом забатлиться на версию? Он такой, не, мне не интересно батлиться. Вот, давайте, погнали. У нас, в принципе... Нормально разбор? Бля, и вот здесь, типа, только донки пустить. Нормально звучит сделано? Ну, что, у тебя есть? Давай, у тебя есть? Хуяй. Давай сначала, есть, сначала. Да. Надо вот Холмогорова. 4 строчки, пацаны. Давай. Странная школа. Чувствуешь, вот, блядь, знаешь, вот какой-то крест перед тобой повесили такой, типа? Блин, да, из сердца демона выходит, прям, вообще, самочать. Чё, давайте просто, типа, текст писать тогда, я буду бить, докручивать, сидеть. Давай, я уже тогда это... Обязательно вот эта вот штука впиливается в... вот перед препятствием. Здесь куча всяких импактов, типа, которые всякими вот такими штуками отдают. Такие штуки есть. Эти штуки есть. Блин, что? Я только сейчас понял, что мне надо писать аккуратно, чтобы меня из школы не выгнали. Нет, знаешь, ты сделай комплиментарный барс, типа, про свою школу, типа, наша школа такая крутая, что Абрамович приезжает. Самые красивые одноклассницы. Обосрись всех и приди круто, там, в очках такой. В принципе, у меня красный аттестат, я могу это сделать. Отцепись от Никиты! Слышь, ты директор, вызывай тебя на батл! Уезжай на стрелки за Никиту. Знаешь, вот, типа, группа РПГ ушла, блядь, а песни группы РПГ остались просто, ну, типа, серьезно. Ну, я понимаю, почему пишут хардбас. Типа, так прикольненько ложится все, так писать просто, я тебе сейчас голову что-то достаю. Я рели текст пишу. Да, ну, типа, так ты начитай его по приколу просто, типа, как будто ты пишешь. Ну, а то, что было, есть, ну, давай. Давай.
пишет, да? Русский хард-бас, православная страна. Давай. Школа, школа, ты любовь, первый класс, первая кровь. Мат с жопы, одна гласность весело и безопасно. Физра, заебись, физрук, отцепись. Постоянно быть убитым, так я стану знаменитым. Ролью на тылы, бля. Типа, это оригинал, так и было. Соль в школе, поле, поле, море, копы в поле, коле. В кинопаке, в туалете, тупо палят малолетки. Аттестаты цвета красный, все списал я, типа опасный. Авторитет в школьной столовке, на перемене, что в кроссовке. Член предложения, проходим силу трения. Аттестаты были, мне понравились. Мне понравилось, да, очень хорошо, там с авторитетом вообще пизда. Да, его выгонят из школы. Давай. Все еще как будто дети, что-то лепим в туалете. Если мы цветы, то шмаль, если жить, то умирать. А-а-а! Ладно, последнее было лишнее. Да ладно, в конце не хватило дыхалки, ну типа. Да хардбас, ты должен задыхаться. Постоянно быть убитым, так я стану знаменитым. Извините, да, у меня эмоции вываливаются просто вот так. Захватывать знаменитым. Сейчас я его, блядь, иди сюда нахуй. Так я стану знаменитым ролью на последней партии. Девки тянут лапки к бате, две лесбухи, знаменатель их сложила, как мать... А, бля, там что? А, жарко, жарко, горячо, жарко. В классном мече, а мне жарко, потому что он теплый. Да не, все, вот это все. Но я могу там бэки. Эх, ух, ва! О, оп, па, па! Только там подвигайте, я не умею кричать. Давай, давай! Да, все, все, давай послушаем. Ребята, мы собрались здесь сегодня не зря. Раз, да, все слышу, да. Раз, два. Та-та-та-та-та-та, боже, дай терпение. Соль в школе, горе, боли, море, копов колют, коли в кинопаке, в туалете, тупо палят малолетки. Член предложения, проходим силу трения. Хоп-хоп-хоп-хоп, давай-давай-давай-давай! Первый класс, как первый раз. Школа, о! Школа, ты любовь, первый класс, первая кровь. Мац от жопы, одноклассниц, весело и безопасно. Физра, заебись, физрук, отцепись. Постоянно быть убитым, так я стану знаменитым. Ролю на последней партии, девки тянут лапки к бате. Две лесбухи, знаменатель, и сложил как математик. Все еще как будто дети, что-то лепим в туалете. Если мы цветы, то шмаль, если жить, то умирать. Я тусую на столовке, проебал свои кроссовки. Я тусую на столовке, насыпаем на соломки. Я тусую на столовке, проебал свои кроссовки. Я тусую на столовке, насыпаем на соломки. Эй! Аттестат мой цвета красный, все списал я, типа опасный. Авторитет в школьной столовке, на перемене шел в кроссовках. Шлем предложения, проходим силу трения. Многочлены, одночлены, пестики и семена. Шлем предложения, проходим силу трения. Я в 10 классе, дура, боже, дай терпения. Я тусую на столовке, проебал свои кроссовки. Я тусую на столовке, насыпаем на соломки. Я тусую на столовке, проебал свои кроссовки. Я тусую на столовке, насыпаем на соломки. Вот такой вот у нас замечательный хардбас получился про школу. Миша Савергон отдал последние силы и душу для этого трека. Никиту Инмастерова, скорее всего, отчислят из школы. Ну, в общем, для того, чтобы дальше продолжался такой русский православный хардбас, ставьте лайки, подписывайтесь на каналы, подписывайтесь на пацанов, подписывайтесь на меня. И мир вам, мусульмане. Что?
Что тебе, зачем я это сказал? Мне всем, чем? Чувак, да, что ли? Мир, это хорошо. Все, мир, заебись.